В музее Лобачевского прошел мастер-класс по живописи, посвященный красоте родного края. Смотрим. Задача художника – профессионально объяснить, как нужно работать с красками, кистями, а также мастихином – специальным инструментом, использующимся в масляной живописи для смешивания или удаления незасохших остатков красок, очистки палитры или нанесения густой краски на холст. Мы все-таки ориентируемся на средний такой же контингент, которому уже не надо объяснять, что такое композиция, что такое живопись, что такое цвет. То есть я художник, профессионал. Я учу ребят композиции, живописи, рисунку. Есть архитекторы, есть дизайнеры, есть профессионалы, которые уже учат тому, что они умеют. На мастер-класс пришли ученики 3-й художественной школы, а также студенты и преподаватели. Основной акцент здесь ставится на живописи. Мастер-класс приурочен к 15-летию кафедры дизайна и национальных искусств при Казанском университете. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.